Новые разборы ЕГЭ и ОГЭ. Каждую неделю. Всем привет. Меня зовут Павликов Андрей. И сегодня мы с вами разбираем задачи 11 варианта ОГЭ по математике. Говорю всем большое спасибо, кто проявляет активность, кто ставит лайки, пишет комментарии, задает свои вопросы. Напоминаю, что у вас есть возможность записаться на мои обучающие онлайн-курсы по подготовке к первой части ОГЭ по математике. На этих занятиях мы основательно проработаем все 20 задач, а в конце года уверенно и спокойно сдадим экзамен. Переходим к разбору задач. Задача номер 1. Найдите значение числового выражения. Смотрите, какое громоздкое выражение. И давайте посчитаем, а сколько здесь действий и определим их порядок. Возведение степени самой старшей, первое действие, второе действие. Далее идут два умножения, третье действие, четвертое действие и два вычитания, пятое и шестое. Смотрите, какая сложная задача для номер 1. Целых 6 действий. И давайте вспомним тот тест, который я продолжал неделю назад. В нем были задачи в 1-2 действия. И подводя промежуточные итоги, я очень сильно расстроился. Почему-то только 10% из вас успешно с ним справились. Это, конечно, небольшое юридическое отступление, но мы давайте вернемся к нашей задаче. Итак, возводим степень. Минус 10 степени 3. Это означает, что мы число минус 10 умножаем само на себя. Таких множеств у нас 3, получаем минус 1000. Дальше, минус 10 степени 2. Минус 10 умножить на минус 10 – это 100. Третье действие. 0,7 умножить на минус 1000. Получаем минус 700. Четвертое действие. 4 умножаем на 100. Получаем 400. Пятое действие. Минус 700. Минус 400. Получаем минус 1100. И шестое заключительное действие. Минус 1100. Минус 63. Получаем минус 1163. Вот и вся задача. 6 действий арифметических. Минус 1163. Задача номер 2. Длина полотна обоев в рулоне равна 10 метрам. Отклонение в ту или иную сторону составляет не более 3%. Какую длину не может иметь полотно при этом условии? Так, стандартная длина полотна – это 10 метров. Причем допускается отклонение в любую сторону, это значит, мы можем прибавить или вычесть 3%. Давайте посчитаем 3% от 10 метров. Что такое процент? Это 1/100. 10 метров делим на 100 и умножаем на 3. Получаем 0,3 метра. 0,3 метра – это 30 сантиметров. Значит, наименьшая длина полотна – это 9 метров 70 сантиметров. Да? От 10 метров отняли 30 сантиметров. А самая большая – 10 метров 30 сантиметров. Вот в этих пределах все числа нас устраивают. Устраивает, 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 не устраивает. Значит, единственный вариант, который не может быть, это третий. Его и записываем в бланк ответа. 3. Задача номер 3. На координатной прямой отмечены точки А, Б, С и Д. Одна из них соответствует числу корень из 77. Какая это точка? Давайте оценивать корень из 77. Понятно, что мы с вами корень из этого числа извлечь не можем, а можем извлечь корень из чисел, которые являются полными квадратами. Значит, нужно найти два ближайших полных квадрата. Одним из них является число 81, и число 81 больше, чем 77, значит, и корень из него тоже больше, а другим является число 64. Извлекаем корень из 64, это 8, корень из 81, это 9. Значит, наше число, корень из 77, находится между числами 8 и 9. Да, значит, осталось два кандидата в ответ, С и Д. Но теперь смотрим, 77 ближе к чему? К числу 64 или к числу 81? К числу 81. Значит, мы берем ту точку, которая ближе к точке 9, а это точка D. А значит, вариант ответа правильный, номер 4. И это и есть ответ, вопрос, задача. Номер 4. Найти значение числового выражения. У нас с вами сумма двух дробей, и не видно ничего лучшего, чем просто привести их к общему знаменателю. Давайте так и поступим. Приводим к общему знаменателю. Знаете ли, будет 2 плюс корень из 5 умножить на 2 минус корень из 5. А в числителе, соответственно, числитель первой дроби умножаем на 2 минус корень из 5. А числитель второй дроби умножаем на 2 плюс корень из 5. И результаты складываем. Я ставлю скобки для надежности. Хотя в данном конкретном примере они, конечно, не нужны. Итак, раскрываем скобки. 2 минус корень из 5 плюс 2 плюс корень из 5. А в знаменателе, смотрите, 2 плюс корень из 5, 2 минус корень из 5. Так это же формула сокращенного умножения, разность квадратов.
2 в квадрате минус корень из 5 в квадрате. Считаем числители 2 плюс 2 это 4. Минус корень из 5 плюс корень из 5 это 0. 2 в квадрате в знаменателе это 4. Корень из 5 в квадрате это 5. Остается 4 минус 5 посчитать, а это будет минус 1. И 4 разделить на минус 1. Это минус 4. Все, мы с вами справились. Ответ получен. Фиксируем. Минус 4. Номер 5. На диаграмме показано изменение атмосферного давления в Казани с 1 по 3 июня 2018 года. По горизонтали указано время, по вертикали атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по рисунку наибольшее значение атмосферного давления 3 июня 2018 года. Смотрим на диаграмму. Нас интересует только 3 июня, а точнее самая высокая точка. Их даже целых 3, и все они одинаковые значения. И это значение в точности посерединке между числами 744 и 746. Что это за число? 745. Его и заносим в бланк ответа. 745. Номер 6. Найдите корень уравнений. А если уравнение имеет более одного корня, то в ответе укажите меньше из них. Вроде бы уравнение квадратное, но тем не менее давайте сначала раскроем скобки и посмотрим, что получится. Разность возводится в квадрат. Применяем формулу сокращенного умножения. Х квадрат минус 10х плюс 25 минус х квадрат равняется 0. И теперь что замечаем? Х квадрат и минус х квадрат это просто 0. И остается минус 10х плюс 25 равняется 0. Это уравнение линейное, у него явно один корень, именно его мы с вами и укажем в ответе. Минус 10х равняется минус 25. Да, и число 25 перенес из левой части вправо. Делим на минус 10. Получаем, что х равен минус 25 разделить на минус 10, минус на минус дает плюс. 25 делим на 10, получаем 2,5. Да, значит, ответ 2,5. Номер 7. За 24 минуты велосипедист проехал 8 километров. Сколько километров он проедет за 45 минут, если будет ехать с той же скоростью? Давайте посмотрим и решим задачу практически в уме. Смотрите, 8 километров проехал за 24 минуты. А значит, 1 километр он проезжает за 3 минуты. 24 разделили на 8, получили 3. 45 минут во сколько раз больше, чем 3? В 15. 45 делим на 3, получаем 15. Значит, проедет он 15 километров. Номер 8. На диаграмме показано содержание питательных веществ в фасоли. Определите по диаграмме, в каких пределах находится содержание белков. Смотрим. Белки – это сектор белого цвета. Вот он. И давайте примерно оценивать. Отсекаем половину и еще раз половину. Когда второй раз половину отсекаем, получаем четвертую часть. А четвертая часть от 100% – это 25%. И видно, что этот сектор белого цвета чуть-чуть меньше, чем 25%. Ну, прям 22% или, может быть, даже 20%. Самое главное, что мы легко попадаем в категорию номер 2 – от 15 до 25. Вот и вся задача. Ответ – 2. Номер 9. На складе на одном стеллаже лежат в случайном порядке 50 запакованных клавиатур. 30 черных, 10 белых и 10 серых. На другом стеллаже лежат в случайном порядке 50 запакованных компьютерных мышей. 30 черных, 10 белых и 10 серых. Найдите вероятность того, что случайно выбранные клавиатуры и мышь будут черного цвета. Итак, нас интересует вероятность того, что клавиатура будет черного цвета и мышка будет черного цвета. Давайте считать вероятность того, что мы выберем черную клавиатуру. Их всего 30 черных, а общее количество клавиатур 50. Значит, вероятность, давайте P1 обозначим, 30/50. Или если сократим на 10, получим 3/5. Вероятность выбрать черную мышку. Чему она равна? Количество мышей черного цвета, их 30, делить на количество общее, то есть 50. Всего мышей 50, 30 плюс 10 плюс 10. Сокращаем на 10, получаем 3/5. А теперь нам необходимо, чтобы и клавиатура, и мышь были одного цвета. А значит, эти две вероятности мы должны перемножить. P1 умножить на P2 и получим 3/5 умножить на 3/5. А это 9/25. Переводим 9/25 в десятичную дробь и получаем окончательный ответ. 0,36. Задача номер 10. Даны три графика и три формулы. Необходимо установить соответствие между графиками и формулами, которые задают эти графики. Так, давайте смотреть. Три линейных функции, три прямых линии. Да? Соответственно, три линейных функции. Видим, что одна возрастающая и две убывающие. Как нам отличить возрастающие от убывающей? По коэффициенту. Старший коэффициент положительный, если функция возрастает, и отрицательный, если функция убывает. Смотрим. Старший коэффициент положительный, отрицательный, отрицательный. Значит, график А соответствует формулу номер 1.
Здесь все однозначно. А графики BEV, функции обе убывающие. Давайте возьмем конкретную точку какую-то. Например, точку, лежащую на оси ординат. Ее координаты 0, 4. Да? И она должна удовлетворять одному из этих двух уравнений. Ну, подставляем, мы смотрим. Получаем 4 равняется 0 минус 4. То есть 4 равно минус 4. Но явно неверное числовое равенство. Подставляем во второе. 4 равняется 0 плюс 4. 4 равно 4. И это верно. Значит, графику B соответствует формула номер 3. Ну и методом исключения графику V соответствует формула номер 2. Задача решена. Ответ получен фиксируемый. 132. Напоминаю, что продолжается набор в моей онлайн-группы по подготовке к ОГЭ по математике. На этих занятиях мы с вами основательно проработаем все 20 задач первой части ОГЭ по математике. Приглашаю вас на свои занятия. Увидимся. Номер 11. Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии. Минус 175, минус 140, минус 112. Найдите пятый член этой прогрессии. Вспоминаем, что такое геометрическая прогрессия. Ее последовательные члены отличаются друг от друга в какое-то количество раз. В какое? Для этого достаточно разделить последующие члены на предыдущие. И получим значение знаменателя прогрессии. Минус 140 делим на минус 175. Минус на минус дает плюс. Сокращаем на 5. В числителе остается 28. В знаменателе так, 35. Можно сократить еще на 7. Получим 4 пятых. Да? Вот это знаменатель. А что такое b5? b5 это же b4 умножить на q. Но 4 член последовательности мы тоже не знаем. А что такое b4? Это b3 умножить на q. А здесь мы уже все знаем. Третий член последовательности это минус 112, а q это как раз 4 пятых. Так, что можно здесь сделать? А давайте мы с вами 4 пятых представим в виде десятичной дроби. Получим 0,8. И умножим 112 на 8 столбик. 16, 6 написали, 1 запомнили. Здесь 8 плюс 1 это 9. И еще 8. И отделяем запятой один знак. Получаем минус 89,6. И теперь b5 будет равно минус 89,6 умножить на 0,8. Получаем число отрицательное. Минус на плюс дает. Соответственно, минус. И умножаем 896 на 8. 48, 8 написали, 4 запомнили, 72 и 4 это 76, 6 написали, 7 запомнили, 64 плюс 7 это 71. И отделили запятой 1, 2 знака. 71,68 со знаком минус. Заносим в бланк ответов. Задача номер 12. Найдите значение выражения. Давайте упростим то выражение, которое нам дали. Сразу можно заметить, что b в числителе и b в знаменателе можно сократить. 7 и 14 можно сократить на 7. Что остается? 1 деленное на a минус b. И, соответственно, a квадрат минус ab разделить на 2. Стало легче? Стало. А если мы еще и разложим на множители знаменатель в числителе второй дроби, то получим что? 1 деленное на a минус b умножить на a минус b и разделить на 2. И на выражение а минус b можно сократить. Можно даже здесь для красоты поставить скобки, чтобы увидеть, что это абсолютно одинаковое выражение. И останется просто а деленное на 2. А у нас равно минус 13. Вот момент, когда мы можем подставить, и будет легко считать. Минус 13 делим на 2, получаем минус 6,5. Все, задача решена. Ответ минус 6,5. 13. Количество теплоты, полученное однородным телом при нагревании, вычисляется по формуле, где С – удельная теплоемкость, М – масса тела, Т1 – начальная температура тела, а Т2 – это конечная температура тела. Пользуясь этой формулой, найдите количество теплоты, которое получит тело массой 4 кг и имеющее теплоемкость 450 джоулей, деленное на килограмм на градус Цельсия при нагревании на 4 градуса Цельсия. Вот здесь, прежде чем мы с вами будем что-то в формулу поставить, давайте найдем значения, какие нам дали. Масса 4 кг, значит, переменная М равна 4. Теплоемкость 450, значит, С равно 450. Нагрели на 4 градуса Цельсия. Что это значит? Это значит, что мы ни начальную, ни конечную температуру не знаем, зато знаем, что их разность равна 4. Тело нагрелось на 4 градуса. Значит, Т2 больше, чем Т1, ровно на 4. Так именно это нам и нужно. Считаем. Q равняется 450 умножить на 4 и умножить на 4.
Все здесь легко считается. 450 умножаем на 4, получаем 1800. 1800 умножаем на 4, получаем 7200. Как видите, задача несложная. Нужно просто аккуратно прочитать ее условия. 14. Указать решение неравенства. Чтобы его указать, нужно его, а именно неравенство, честно решить. Итак, что мы здесь видим? Х квадрат минус 36 больше равно 0. А что такое 36? 36 это 6 в квадрате. И получаем, что х квадрат минус 6 в квадрате больше равно 0. А это формула сокращенного умножения. Х минус 6 умножить на х плюс 6 больше равно 0. Применяем метод интервалов. Отмечаем точки минус 6 и 6 на оси. И начинаем подставлять любые значения, попадающие на каждый из трех промежутков. Берем, например, 7 больше 6. 1 умножить на 13 – это число положительное. Между числами минус 6 и 6 можно взять, например, 5. Минус 1 умножить на 11 – это отрицательное. Меньше числа минус 6, например, минус 10. Минус 16, минус 4 – произведение положительное. Нас интересует то, что больше равно 0. Первый промежуток, второй промежуток. И находим ответ. Вот он, номер 3. Значит, ответ 3. Номер 15. Человек ростом 1,7 метра стоит на расстоянии 8 метров от уличного фонаря. Длина тени человека равна 4 метрам. Определите высоту фонаря в метрах. Смотрим, это задача на подобные треугольники. Где эти подобные треугольнички? А вот первый подобный треугольничек. А большой – это второй. И если мы его сторону обозначим за х, то легко написать пропорциональность сторон. Сторона, равная 1,7 метра, относится к стороне х. Точно так же, как сторона, равная 4 метрам, относится к стороне какой? Вот к этой. 8 плюс 4 – 12 метров. Да? Поскольку именно она и является стороной подобного треугольника, а не вот этот кусочек, который равен 8. Получили пропорцию, осталось ее аккуратно решить. Что можно заметить? Что в правой части дробь сократима, и сократима она на 4, и получаем 1/3. Теперь х умножить на 1, это будет 1,7 умножить на 3. Применяем правило пропорции. Х умножить на 1 – это просто х, а 1,7 умножить на 3 – это 5,1. Тем самым наша задача решена, поскольку х найден. Ответ – 5,1. 16. В треугольнике BC угол А равен 45 градусов, угол B равен 30 градусам, BC равно 7 карнизов. Найдите AC. Смотрим внимательно. У нас им известны два угла и одна сторона. Что это за углы и что это за стороны? Угол А и сторона BC. Напротив него лежащая. Угол В и сторона АС напротив него лежащая. Значит, теорема синусов. Напрашивается ее применение. Применяем. АС так относится к синусу угла В, как БС относится к синусу угла А. Подставляем все, что знаем. АС не знаем, как раз ищем. Синус угла В – это синус 30 градусов, а синус 30 градусов – это величина табличная, равная 1/2. Дальше БС – это 7 корней из 2. Синус угла А – синус 45 градусов. Это снова величина табличная. Мы с вами тоже должны знать, это корень из двух пополам. Применяем правило пропорции. АС умножаем на корень из двух на 2. 7 корней из двух умножаем на 1/2. Теперь домножаем на 2 обе части уравнения, чтобы не было знаменателей. Получаем АС умножить на корень из двух равняется 7 корней из двух. И делим на корень из двух. Отсюда АС будет равно 7. Все, наша задача решена. Ответ 7. 17. Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 69 градусам. Найдите угол между высотой CH и медианой CM, проведенными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах. Смотрим. Мы с вами знаем величину угла B. Мы с вами знаем, что треугольник прямоугольный, и знаем, что CH – это высота, да? Значит, здесь угол 90 градусов. А значит, в треугольнике CHB мы с вами знаем величину двух углов. Третий легко может быть найден. Давайте его найдем, посмотрим, чему он будет равен. Этот угол HCB будет равен 180 минус 90 – это 90, и 90 минус 69 – 21. Хорошо, а зачем он нам нужен? А нужен нам вот зачем. Мы же с вами ищем величину вот этого уголка. MCH. И если мы будем знать, чему равен угол MCB, то тогда легко найдем требуемый нам угол. Мы просто из угла MCB вычтем угол, только что найденный HCB. А чему же равен угол MCB? И вот здесь мы с вами должны вспомнить, что медиана прямоугольного треугольника равна половине гипотенузы. Значит, показываем одинаковые отрезки и видим, что треугольник CMB равнобедренный.
и угол при решении С равен углу при решении Б. То есть в действительности угол МСБ равен 69 градусов. Ну и теперь задача становится совсем простой. Угол МСH равен 69 минус 21. Это 48. Все, ответ получен. Фиксируем его. 48. 18. Площадь параллелограмма ABCD равна 140. Е – это середина стороны АВ. Найдите площадь трапеции DAEC. Да, то есть вот этой трапеции площадь мы с вами будем искать. Ну, давайте поймем, что на самом деле проще найти площадь треугольника EBC, и тогда от 140 мы отнимем площадь треугольника и получим требуемый нам ответ. А как найти площадь этого треугольника? А давайте через точку Е придем прямую параллельную сторонам AD и BC. Тогда мы получим какую-то точку F на странице D, и на самом деле это не какая-то точка, а в точке середина. Да? Почему? Да потому что мы провели параллельно, и здесь тоже параллельно. Значит, параллелограмм, а предположенные стороны параллелограмма равны. Но получается, что EC – это диагональ параллелограмма EBCF. А значит, площадь двух треугольников равны между собой, потому что это просто одинаковые треугольники. Причем площадь параллелограмма EBCF равна половине от площади исходного параллелограмма. Значит, площадь треугольника EBC равна 1/4 части от площади параллелограмма ABCD. Считаем. Площадь треугольника EBC, это есть 140 разделить на 4. Получаем 35. Ну а значит площадь трапеции, которую мы ищем, это будет просто 140 минус 35. Здесь легко считается и получается ответ 105. Соносим бланк ответов. 19. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображена трапеция. Найдите длину средней линии этой трапеции. Чтобы найти длину средней линии, нам даже не нужно ее рисовать. Почему? Да потому что длина средней линии трапеции – это же полусумма оснований. Значит, нужно найти длины оснований. Верхнее основание равно одной клетке, нижнее – 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток. Получается 1 плюс 6 числителей, основатели 2. 1 плюс 6 – это 7, делим на 2, получаем 3,5. И это есть ответ, который мы с вами искали. 3,5. Номер 20. Какое из следующих утверждений верное? Первое. Центр, описанный около треугольника окружности, лежит внутри треугольника. Это неверно. И хотя бы можно привести пример прямоугольного треугольника. Центр окружности, описанный вокруг прямоугольного треугольника, лежит на гипотенузе. Второе. Основания равнобедренной трапеции равны. Это тоже неверно. Боковые стороны трапеции равны. Третье. Все высоты равностороннего треугольника равны. Конечно, треугольник равносторонний, значит, у него все высоты одинаковые. Значит, единственное верное утверждение – это третье. С простыми задачами мы с вами разобрались. Впереди нас ждут сложные. Кто хочет проработать основательно сложные задачи, специально для вас. Я разработал целую серию курсов. Все они уже доступны для изучения. Ссылка находится в описании. Вы можете изучать как отдельно взятую задачу, так и весь курс целиком. Желаю успеха. Ну а мы возвращаемся к задачам 11 варианта. Номер 21. Решить систему уравнений. Давайте посмотрим. Уравнение с модулями, а второе – это просто дробь. Мне второе уравнение больше нравится, давайте начнем работу с ним. Дробь равна единице. Когда это бывает? Когда числитель равен знаменателю. Значит, y минус 2 равняется x плюс y минус 7. И что мы видим? Y слева, y справа взаимно уничтожаются. Минус 7 переносим в левую часть, получаем 7 минус 2 – это 5. 5 равно x. То есть мы с вами сразу же нашли значение x. Но раз мы его нашли, то можем поставить в первое уравнение. Подставляем и получаем 5 в квадрате минус 25 по модулю плюс модуль выражения y квадрат минус 16 равняется 0. 5 в квадрате – это 25. 25 минус 25 – это 0. Получается просто модуль выражения y квадрат минус 16 равно 0. Но раз модуль какого-то выражения равно 0, значит само это выражение тоже равно 0. То есть y квадрат минус 16 равно 0. А значит y квадрат равняется 16, а отсюда y равен плюс или минус 4. Все, и мы с вами нашли y. А тем самым задача наша решена, и можно подводить итог нашей работы. Итак, что мы с вами нашли? Мы на самом деле нашли две пары решений. Почему? Да потому что значение x равно 5 соответствует два значения y. Записываем их. 5 и 4 – первая пара. 5 и минус 4 – вторая пара. Задача полностью решена. Расширенный курс по 21 задаче уже полностью доступен для изучения. Ссылка находится в описании. Задача номер 22. Из городов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклист и велосипедист.
Мотоциклист приехал в Б на 42 минуты раньше, чем велосипедист приехал в А. А встретились они через 28 минут после выезда. Сколько времени затратил на путь из Б в А велосипедист? Текстовая задача на движение, значит, напрашивается табличка, в которой мы фиксируем скорость, время и расстояние. И у нас с вами два движущихся человека или объекта, мотоциклист и велосипедист. Итак, мотоциклист и велосипедист. Что мы про них знаем? А, собственно, ничего мы не знаем. Да? Поэтому обозначаем их скорости буквой x, y, а расстояние проделали одно и то же. S1 и S2. И можем хотя бы посчитать время. S разделить на x у первого, и S разделить на y у второго. А что про это время мы с вами знаем? Мы с вами знаем, что мотоциклист переехал в B на 42 минуты раньше. Значит, затратил времени он меньше, ровно 42 минуты. Значит, S делено на y минус S делено на x равняется 42. Дальше. Встретились они через 28 минут после выезда. Как это условие записать? Ну, давайте картинку нарисуем. Мотоциклист, велосипедист, и вот они едут друг на встречу другу и где-то здесь, допустим, встречаются. Значит, вдвоем за эти 28 минут они преодолели все расстояние S. То есть получаем, что x плюс y умножить на 28 равняется S. И спрашивается нас, сколько времени затратил на путь из B в А велосипедист. То есть, что нам нужно найти? Нам нужно найти время. Вот это. S сделано на y, а значит, нужно от x избавиться. Давайте аккуратно избавляться. Допустим, мы с вами хотим выразить x из первого уравнения. Давайте попробуем. S деленное на y минус 42 равняется S деленное на x. Так, приводим к общему знаменателю. S минус 42y деленное на y равняется S деленное на x. Переворачиваем дроби, получаем y деленное на S минус 42y равняется x деленное на S и домножаем на S. Получаем SY деленное на S минус 42y равняется x. Все, x найден. Подставляем этот x во второе уравнение. Что получится? SY деленное на S минус 42y плюс y умножить на 28 равняется S. Вот такое непростое уравнение получилось с двумя переменными S и Y. Давайте решать, что можно сделать. Можно привести к общему знаменателю в скобках. Да? Что получим? SY плюс SY минус 42Y квадрат разделить на S минус 42Y. Все это умножить на 28, а значит можно числитель умножить на 28. И получим S. Вот, такое сложное уравнение. Но теперь напрашивается домножить на знаменатель, чтобы не было хотя бы дробей. А в скобках можно привести подобные слогами. И потом домножить на 28. Здесь будет 2SY умножить на 28, 56SY. 56SY. Дальше, 42 на 28. Но давайте я в столбик перемножу, чтобы не допустить арифметическую ошибку. 6, 1 запомнили, 33. 4 и 8. 6, 7, 11. 1176 y квадрат. Равняется чему? S квадрат минус 42 sy. Теперь, что мы можем сделать? Можно решить это уравнение как квадратное относительно s. Да, поскольку здесь коэффициент перед s квадрат намного меньше, чем перед y квадрат. Что получим? S квадрат. Так, минус 42 и минус 56, это будет минус 98 sy, и плюс 1176 y квадрат, равняется 0. Так, ну давайте смотреть, считать дискриминант придется, да? Так, а у меня с места немножко туговато стало, но ничего страшного. 98 возводим в квадрат. Давайте честно перемножим. 4, 6 запомнили, 78, 2 и 7... 7 запомнили, получается 88. 4, 0, 6, 9. 9604. Минус 4 умножаем на 1176. 1176 умножаем на 4. 4, 2 запомнили, здесь будет 30, 0. Писали 3 запомнили, здесь будет 7 и 4. 4704. А, здесь очень хорошо даже получается 4900. Да, значит, это квадрат числа 70. Значит, число S равняется 98y
плюс или минус 70y, да, разделить на 2. Что я здесь не дописал? Здесь не написал y квадрат, и здесь тоже y квадрат, да? Потому что вот этот y надо было занести в квадрат, и вот этот y квадрат тоже никуда не девается в качестве множителя. Значит, здесь тоже y квадрат. А значит, это квадрат выражения 70y. Так, вот теперь все будет аккуратно. И здесь два возможных значения для S мы получаем. S первое. 98 минус 70, это 28, делим пополам 14y. S второе. 98 плюс 70, это 168, делим пополам, получаем 84. Так, ну и теперь, поскольку оба значения S положительные, то мы получаем два возможных времени. T первое. Это будет у нас с вами сколько? 14y разделить на y равняется 14. 14 чего? 14 минут. Возможно ли такое время? Да нет, конечно, велосипедист не успеет добраться от пункта Б до пункта А за 14 минут, поскольку он только до места встречи едет 28 минут. Значит, это нас не устраивает. Второе время. 84y делим на y, получаем 84. А это время, 84 минуты, нас уже устроит, оно явно больше 28 минут, ну и осталось только записать ответ. Да, давайте я ответ вот здесь запишу, чтобы его было хорошо видно. Ответ. 84 минуты – это сколько? Это 1 час и, соответственно, 24 минуты. Это была очень хорошая, сложная задача. Смотрите, сколько места заняло ее решение у меня на доске. В своем обучающем курсе по 22 задаче я разбираю много подобных примеров. Ссылка находится в описании. Номер 23. Построить график функции и определить, при каких значениях параметра k прямая y равна kx имеет ровно одну общую точку с построенным графиком. Давайте строить. Но прежде чем мы будем строить, заметим, что есть знаменатель. А знаменатель ни в коем случае не может быть равен 0. Значит, с этого и начинаем нашу работу. X в кубе плюс x в квадрате минус 12x не равняется 0. В левой части у нас с вами кубический многочлен. Разумеется, мы решать кубические уравнения не умеем, но здесь все хорошо, мы можем вынести x за скобку. Скобка коэффициента x квадрат плюс x минус 12. Не равняется. Теперь в скобках квадратный трехчлен. А его-то корни мы с вами легко можем найти, например, по теореме Виета. Что мы получается? Произведение двух корней равно числу минус 12, а их сумма равна числу минус 1. 12 это 3жды 4, значит здесь подойдут числа 3 и минус 4. И мы можем написать, что это x умножить на x минус 3 и на x плюс 4. Не равняется 0. Произведение трех множителей не равняется 0, значит каждый из них не равен 0. То есть x не равен 0. X не равен 3, и X не равен минус 4. Это и есть область определения нашей функции. Да? То есть пишем D от Y такова. То есть мы выкидываем из области определения три точки. Ну а дальше? Дальше что? Такую дробь, конечно, тяжело рассматривать, но у нас же есть с вами разложение нашли знаменателя. Давайте этим воспользуемся. X плюс 4 умножить на 3 минус X, разделить на X, на x минус 3 и на x плюс 4. И сразу видно, что на x плюс 4 можно сократить. А 3 минус x и x минус 3 отличаются только знаком. Поэтому давайте сократим на x плюс 4 и вынесем множитель минус 1 в числитель за скобку. Минус 1 умножить, а скобка будет x минус 3. Знаете ли, x умножить на x минус 3. И на x минус 3 можно легко сократить. И останется минус 1 делен на x. А что такое минус 1 делен на x? Это же просто гипербола, ветви которой лежат во второй и четвертой четвертях. Давайте рисуем систему координат. Оси x и y, начало отсчета и единичные отрезки вдоль оси x и y. Теперь, это у нас с вами стандартная гипербола, да, значит, показываем ее ветви. Первая и, соответственно, вторая. Да? Точнее, прижимаем ее к оси x, да, вот это, да, сотрем. Так, ну все почти, почти, почему почти? Да потому что нужно исключить три точки. Ну, x равно 0, у нас и так исключился автоматически, это вертикальная асимптота. X равно 3, да, считаем, чему равен y от 3. Это будет минус 1 третья. Значит, что мы с вами делаем? Берем и выкалываем точку с координатами 3 и минус 1 третья. 3 примерно будет искать вот здесь, а здесь будет, соответственно, минус 1 третья. Так, не очень удачный нолик,
А вот эта точка, давайте я напишу, что это минус 1 третья. И эту точку выкалываю. Вот она. И еще одну точку, которую нужно выкладывать. Х не может быть равен минус 4. Считаем у от минус 4. Подставляем и получаем 1 четвертую. Здесь пускай будет минус 4, а здесь, соответственно, 1 четвертая. И выкалываем вот эту точку. Все, вот теперь все хорошо, теперь график полностью построен. И можно переходить к ответу на вопрос, при каких же k у нас с вами будет ровно одна общая точка. Давайте начнем с k равно нулю. Если k равно нулю, то y равно нулю. Это просто прямая, совпадающая с осью абцисс. У нее нет общих точек с построенным графиком. Не устраивает. Берем k положительное. Если k положительное, то прямая наша выглядит каким-то вот таким образом. Она расположена в первой, третьей четвертях. Ну а значит, никаких общих точек с построенным графиком точно быть не может, поскольку ветви гиперболы расположены во второй и четвертой четвертях. Отлично, разобрались с положительным. Берем отрицательный k. И вот здесь уже у нас кое-что получится хорошее. Если мы придем в какую-то случайную прямую, то у нее должны быть две точки. По одной с каждой ветви. А вот если две не случайные, а именно проходящие одна через выколотую точку с координатами 3 минус 1 треть, а другая, соответственно, проходящая через точку с координатами минус 4, 1 четвертая, то вот эти две прямые будут иметь ровно по одной общей точке. С одной ветви они будут иметь общую точку, а с другой как раз будут проходить через выколотую точку. Значит, общих точек иметь не будут. Но осталось найти значение k, просто подставляя координаты указанных точек в формулу прямой y равно kx. Давайте эту точку, скажем, назовем точка А, а это точка Б. Разбираемся с точкой А. Подставляем координаты 3 и минус 1 треть. Минус 1 треть равняется k умножить на 3. Отсюда k равно минус 1 девятый. Так. Точка Б. Ее координаты минус 4 и 1 четвертая. Подставляем. 1 четвертая равняется k умножить на минус 4. Отсюда k равно минус 1 шестнадцатая. Все, а других k отрицательных быть не может. Это мы с вами уже выяснили. Можно подводить итог нашей работы. В ответе указываем два значения параметра k. В каком порядке? Вообще говоря, все равно, но давайте укажем от меньшего к большему. K равняется минус 1 шестнадцатой или k равняется минус 1 девятой. Хотите научиться строить графики функций лучше всех в школе? Изучайте мой курс по 23 задаче. Ссылка находится в описании. 24. Отрезки AB и DC лежат на параллельных прямых. А отрезки AC и BD пересекаются в точке M. Найдите MC, если AB равно 14, DC равно 56, AC равно 40. Смотрим. Две параллельные прямые, две секущие, значит, образовались два подобных треугольника. Где они? Смотрите. Углы при вершине M равны как вертикальные. Да? Фиксируем. Угол AMB равен углу CMD вертикальный. А еще, например, углы при вершине D и B равны между собой. Почему? Прямые CD и AB параллельны, BD секущие, а это внутренние, накрест лежащие углы. Итак, угол BDC равен углу так, DBA, внутренний, накрест лежащий. Ну а раз так, записываем подобие треугольников. Треугольник, давайте с верхнего начнем. M, B, A, одна дуга, две дуги, без дуг, подобен треугольнику одна дуга M, две дуги D, без дуг, угол C. Что мы отсюда получаем? Мы получаем сразу коэффициент подобия треугольников. Да? Как мы получаем? Это просто AB к CD. И то, и другое мы с вами знаем, это 14,56, получаем 14,56. Здесь на 14 можно сократить, получим 1 четвертая. То есть AM относится к МС как 1 к 4. Да, это стороны, соответствующие двух подобных треугольников. Значит, что мы с вами ищем? МС. МС будет составлять 4 пятых от АС. Почему 4 пятых? Мы с вами АС разделили на 5 частей. И 4 из этих частей относятся к МС. Все, осталось посчитать. 4 пятых умножить на 40. Так, здесь можно сократить на 5. Получим 8. 4 это 8, 32. Задача решена. Ответ МС равно 32.
В своем курсе по 24 задаче я показываю множество важных и полезных приемов и небольших теорем, которые улучшают геометрическое зрение. Курс уже полностью доступен для изучения, ссылка находится в описании. Задача номер 25. В треугольнике ABC известны стороны AB равно 15, BC равно 25 и AC равно 16. Прямая, проходящая через вершину А, перпендикулярна бисектрисе треугольника B, пересекает сторону BC в точке M. Докажите, что бисектриса угла С делит пополам отрезок МН. Достаточно закрученная задача, но мы с вами сейчас постепенно разберемся. И вот здесь нам потребуется наше, во-первых, знание фактов геометрическое, во-вторых, хорошее зрение. Какие факты мы с вами будем использовать? Смотрите, БН – это бисектриса. А у бисектрисы есть какое свойство? Она делит сторону АС в таком же отношении, в каком находятся стороны АВ и БС, между которыми она проходит. То есть АН так относится к НС, как АВ относится к БС. Мы с вами знаем, чему равно АВ. Чему равно БС, получаем 15/25. Сокращаем на 5, получаем 3/5. То есть АН это, соответственно, 3/8 от АС, а НС это 5/8 от АС. Откуда это следует? 3 плюс 5 – это 8, значит, мы весь отрезок АС разделили на 8 частей, из которых 3 приходится на долю АН и 5 приходит на долю НС. 3/8 умножаем на 16. Сколько это будет? Давайте сократим на 8, и 3 × 2 – это 6. 5/8 умножаем на 16. Сокращаем на 8, 5 × 2 – это 10. Все, здесь мы определили 10 и 6, соответственно. А вот дальше работает наше геометрическое зрение. Смотрите. Бисектриса. А вот здесь прямой угол. Если мы поставим здесь точку, например, О, то получается, что БО – это одновременно и бисектриса, и высота треугольника АБМ. Когда это возможно? Только в одном случае, когда треугольник АБМ равнобедренный. БО – это бисектриса и высота треугольника АБМ. Значит, треугольник АБМ равнобедренный. А какие стороны у него равны? АБ и БМ. АВ равно БМ. Чему АВ равно? 15. Значит, и БМ тоже равно 15. А раз БМ равно 15, то МС легко вычисляется. МС легко вычисляется. МС будет равно БС минус БМ. БС 25, БМ только что посчитали 15, получаем 10. А теперь смотрите, что интересно получилось. В треугольнике CNM две стороны одинаковые. Значит, это равнобедренный треугольник. То есть треугольник CNM равнобедренный, мы просто в явном виде посчитали длинного сторон. Показано, что они одинаковые. А теперь вспоминаем, что требуется доказать. Бисектриса угла С делит МН пополам. Но ведь бисектриса угла С – это бисектриса равнобедренного треугольника, проведенная из вершины. А она является и медианой, и высотой. А раз медианой, значит делит МН пополам. Да, то есть пишем, что вот здесь поставим какую-то точку К, и скажем, что ЦК – это как раз бисектриса. ЦК – это бисектриса и медиана равнобедренного треугольника. А значит, точка К – это середина, середина МН. Что и требовалось доказать. Хотите улучшить свое геометрическое зрение и научиться доказывать геометрические теоремы и утверждения? Рекомендую к изучению свой обучающий курс по 25 задаче. Ссылка находится в описании. Номер 26. В трапеции ABCD боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC. Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E. Найдите расстояние от точки E до прямой CD, если AD равно 20, BC равно 10. Так, давайте смотрите, что у нас есть. Окружность проходит через точки C и D трапеции ABCD. Есть. Прямая АВ перпендикулярна прямой БС, то есть боковая сторона перпендикулярна основанию. Значит, на самом деле у нас с вами прямоугольная трапеция, и угол А тоже прямой. Прямая АВ касается окружности в точке Е и требуется найти расстояние. И мы с вами должны смотреть, а что такое расстояние от точки до прямой? И это же просто перпендикуляр, опущенный из этой точки на эту прямую. Опускаем перпендикуляр и ставим здесь точку, скажем, P, и мы с вами должны найти длину отрезка EP. Что напоминает эта конструкция? И эта конструкция напоминает
усеченную конструкцию, в которой есть прямоугольник и две прямые в этом треугольнике пройдены. Где эта конструкция? Давайте достроим. Продлим прямые AB и DC до пересечения в какой-то точке. Ну, давайте поставим точку, скажем, F. Да, вот теперь видно. Треугольник AFD, в нем пройдена прямая BC, в нем пройдена прямая EP. Как можно до этой конструкции догадаться? Ну, смотрите, вот появился первый прямой угол, вот появился второй прямой угол, а вот появился третий прямой угол. Значит, смежник тоже будет прямой. И получается очень замечательная конструкция, в которой есть целых три подобных треугольника. Эти три треугольника все имеют общую вершину F. И в каждом из них есть прямой угол. Первый, второй, третий. Записываем, какие треугольники подобны. Треугольник FBC подобен треугольнику FPE подобен треугольнику FAD. То есть первый общий угол F, дальше идет прямой угол и дальше, соответственно, третий угол. Для себя можно эти даже равные уголки отметить. Пока непонятно, понадобятся они нам или нет, но посмотрим в ходе решения. В скобках пишем угол F общий, угол B равен углу P равен углу A 90 градусов. Да? То есть треугольники подобны. А раз они подобны, то мы с вами можем искать коэффициенты подобия. Что мы с вами знаем? AD и BC – это стороны каких треугольников? Первого и последнего. Да? Значит, получаем, что BC так относится к AD, как 10 к 20, то есть как 1 к 2. Значит, стороны треугольника FBC вдвое меньше сторон треугольника FAD. Мы с вами ищем EP. Чтобы найти EP, нужно что нам с вами знать? Так, что нам с вами нужно знать? Нужно знать хотя бы одну из сторон треугольника FEP. Ну, давайте думать, как можно найти. Что еще мы с вами знаем про нашу конструкцию? А знаем мы с вами следующее, что точка E – это точка касания. Точка E – это точка касания, а значит, прямые AE, BE и FE, на самом деле это одна и та же прямая, это просто касательная. И у нас есть отрезок касательный. А еще есть точка F проведена секущая. А значит, мы с вами можем принять теорему о касательной секущей, которая гласит, что длина касательной в квадрате равна произведению внешней части секущей на всю секущую. Да, то есть внешняя часть секущей, вся секущая. Так, хорошо. Ну давайте... Здесь мы с вами что? Как раз FE найдем, а для этого нужно знать FC и FD. Ага. Ну давайте смотреть. FC – это сторона маленького треугольника FBC, а FD – сторона большого треугольника. В каком они отношении находятся? Да точно таком же, как и BC и AD. То есть получаем здесь FC и FD. Значит, если мы обозначим FC, скажем, за X, то тогда FD будет равно 2X. И тогда мы сможем подставить и получить, что FE в квадрате равняется X умножить на 2X. То есть 2х квадрат. Да? Ну, здесь можно писать теорема о касательной и секущей. Для кого написать? Для проверяющего, конечно. Так, отсюда FE – это корень из 2х. Что это означает? Это означает, что мы с вами знаем гипотенузы маленького треугольника, среднего треугольника и большого треугольника. Ну, а значит, можем найти отношение катетов. Давайте возьмем теперь треугольники FBC и FPE и напишем, что BC так относится к EP, как FC относится к FE. Но здесь мы с вами уже все знаем. Получается 10 разделить на EP, FC это X, так, FE это корень из 2X. На X сокращаем и получаем, что 10 разделить на EP равняется 1 делить на корень из 2. Отсюда EP умножить на 1, то есть EP, равняется 10 умножить на корень из 2, то есть 10 корней из 2. А EP это как раз то, что мы с вами искали. Всего тем самым задача решена. И можно подводить итог. Указанное расстояние это просто 10 корней из 2. Задача полностью решена. Обучающий курс по 26 задаче это мой любимый курс. Он самый сложный и самый интересный. Кто хочет научиться решать сложные задачи по геометрии, рекомендую к изучению. Курс уже доступен, ссылка находится в описании. Еще один ряд мы с вами полностью разобрали. Всем большое спасибо за внимание. Не забывайте про лайки и комментарии. Напоминаю, что открыта запись на мои обучающие онлайн-курсы по подготовке ко всем 20 задачам первой части ОГЭ по математике. Ссылка находится в описании. Увидимся!